Итак, мы увидели, что возможно получить информацию хорошего качества о снежном покрове на основе дистанционного зондирования. Такие данные могут быть использованы для изучения гидрологии региона. Однако, обработка таких данных не является простой задачей и требует определенных экспертных знаний. Схема обработки начинается с загрузки исходных данных в формате HDF. Это не формат, который легко читается стандартным программным обеспечением. Он должен быть преобразован в GeoTIFF для возможности визуализировать его на компьютере. Если мы хотим использовать такие данные для целей моделирования, данные GeoTIFF должны быть преобразованы в ASCII, читаемый компьютером формат. Кроме того, маскировка бассейна должна быть сделана таким образом, чтобы была возможность вырезать данные для конкретного речного бассейна. Только после этого данные готовы к использованию. Поэтому применение данных снежного покрова MODIS имеет два ограничения. Первое – обработка требует определенных экспертных знаний, которые не всегда доступны. Второе – отсутствие информации в облачных условиях. Чтобы преодолеть эти два ограничения, мы разработали универсальный пакетный инструмент ModSnow, который обрабатывает данные автоматически и в рабочем режиме. Цепочка обработки включает в себя все этапы, необходимые для получения готовой к использованию информации о снежном покрове. Она начинается с загрузки данных и проходит все этапы обработки, включая удаление облаков. Подготавливает статистику снежного покрова в виде отчета для каждого заранее определенного речного бассейна. ModSnow Tool также имеет алгоритм удаления облаков, который состоит из 8 различных подходов. Как показано на этом слайде, для бассейна реки Кара-Дарья сначала мы имеем оригинальные данные о снежном покрове с черными зонами, покрытыми облаками. Каждый шаг впоследствии уменьшает некоторый облачный покров, и результат первого шага используется на следующем этапе. После каждого шага доля облаков будет все меньше и меньше. Шаг 8 удаляет весь оставшийся облачный покров. Облачный алгоритм ModSnow способен устранить облачный покров даже при стопроцентной затемненности облаками. Оправдываемость этого инструмента была проверена и в целом была достигнута точность 94%. Подходы, используемые для устранения облаков, подробно описаны в публикациях, указанных в нижней части слайда. Инструмент ModSnow разработан на языках программирования Fortran и R, и существует ряд скриптов, которые выполняют отдельные этапы обработки. Однако пользователи не имеют отношения к этим скриптам для создания карт снежного покрова. Эти сценарии перечислены в одном пакетном файле и будут выполняться впоследствии для создания ежедневных, готовых к использованию карт снежного покрова. Пакетный файл может быть установлен как запланированное задание на определенное время на любом компьютере. И в этот момент пакетный файл выполняется автоматически, что приводит к последующей обработке отдельных шагов.